Яркая школьная форма, воздушные шары и цветы, а самое главное – счастливые детские лица. Такой красоты театральная площадь не видела давно. После летних каникул ребята рады видеть своих друзей, одноклассников и, конечно же, учителей. Родители тоже немного волнуются. Впереди учебный год, и его нужно организовать так, чтобы дети учились на отлично и имели время для развития в различных кружках и секциях. Ну, а у 11-классников заботы немного другие. Это очень волнительно, и я переживаю по поводу ЕГЭ, по поводу поступления. Для меня это очень важно на самом деле, да и для каждого, кто поступает в 11-й, да и вообще. 11 лет, они, конечно, быстро пролетели. Очень классно то, что они хорошо пролетели. Но, с другой стороны, конечно, жаль расставаться с друзьями, с ребятами, вот, с нашей замечательной гимназией. Пройдет учебный год, и для сегодняшних 11-классников настанет ответственная пора – выбор дальнейшего жизненного пути. Уже сейчас их ждут на предприятиях и в организациях родной республики. Уважаемые учащиеся выпускных классов, для вас наступает последний школьный учебный год. Постарайтесь приложить максимум внимания, сил и стараний, чтобы получить знания, которые вам необходимы будут для успешной сдачи государственных экзаменов. Вам необходимо определиться с профессией, а главное – выбрать путь, по которому вы пойдете для того, чтобы достичь своей цели. Всегда помните, что дорога знаний, она бесконечна. Особое внимание в этот день первоклассникам. По доброй традиции в школьную жизнь они вошли рука об руку с выпускниками. Впереди у ребят школьные чудесные годы. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.